Всем доброе-предоброе утро. Достала сейчас камеру, а в ней нет карты памяти. Дома забыла в компьютере, как вчера монтировала, так она и осталась там. Ну ничего, сейчас мы все равно вот этого товарища домой повезем, потому что, естественно, с ним надо сначала погулять и заберу. Ну, если, конечно, память мне это позволит. Благо, есть телефон, который я почти никогда не забываю, и на который тоже можно хорошо снимать. В общем, Христос воскрес! Всех-всех-всех! У нас сегодня прекрасный день. Люди на пляже, поэтому на пляж мы не поехали. Я вот в одной рубашке, в такой легкой, представляете? Идем гуляем. О, уже палку какую-то нашел. Уже палку нашел. Людей много везде. На пляж не поехали, там пипец. На пляже нет ветра, а тут какой-то ветерок. Ладно, будем гулять. И потом уже едем с девчонками встречаться и отмечать Пасху. С манатками уже, смотрите, там у меня все как лежит. Приехали голосовать. Точнее, я не пойду голосовать, не имею права. Я не имею права голосовать. Нет у меня такого права. Я уже говорила, резиденты не голосуют. То есть, у кого вид на жительство, не имеют права голосования. Только граждане. Ну, это, в принципе, естественно, да? Только граждане Испании. Главное, меня все спрашивают, ну, ты же здесь уже столько лет, как это ты не можешь голосовать? У нас очень много родственников работают, ну, как работают, служат политики, или как там они, в общем, политики они. И, в общем, они все пытаются мой голос к себе заманить. И все время говорят, вот ты за нас голосуй. Я говорю, да я не имею права голосовать. Как это так? Ты уже столько лет и не имеешь права. Я говорю, вот так, представляете, не имею права. Так что мне по барабану, кто, где и когда. Вот, и все, и поедем сейчас на гулянку. Блин, у меня там не потекло ничего. Сейчас пойду посмотрю, а то пахнет шашлыком. Нет, ничего там у меня не утекло. Кстати, голосование проходит, как и везде, в принципе. В школах. Мы здесь, в нашем районе, голосуют. Есть такое место для пенсионеров отведено, где они, как клуб пенсионеров, наверное, могут встречаться. У них там КВшка, в домино играть, в карты играть. Вот, у них там парикмахерская есть. Ну, подешевле, конечно. В общем, такое место для, как детский садик для детей, а это вот для пенсионеров. И вот там сделали голосование. Ну, в принципе, так же происходит, как и везде. Также кабинки, сидят люди, которые следят за всем этим голосованием. В общем, вчера мне клиентки сказали, что в этом году вроде бы много людей пойдет на голосование. Активно будут голосовать. Жарко. В машине жарко сидеть. Еще на солнышке. Так что вот так. Будет у нас новый президент. Или тот же самый, фиг его знает. Завтра увидим. Даже сегодня ночью. Теперь они будут толдычить об этом целую неделю. Не знаю. Когда выборы проходят, какой-то, знаете... Надежда такая появляется, что вдруг что-то изменится к лучшему. А потом ничего не меняется к лучшему. Так все ждешь и ждешь и ждешь. Конечно, в Испании бы к лучшему, это, знаете, рабочие места появились бы. Безработица, конечно, страшная. Очень много безработных. А если нет работы, значит нет и денег. Такие вот пироги. А нам все это пофигу, мы едем отмечать Великую Пасху. Мы уже приехали, смотрите, какие у нас яйца. В общем, у нас там всего до всего. У меня целых 12 штук. Я вот туда поставила тарелки все. Сейчас барбако будем разжигать, тут у нас всякое мясо, смотрите, сколько. Но это еще не хватает, еще мало. Тут у нас сладкое, в общем, все везде есть. Барбакол, да, возьми, сфоткай нас в питании, мы дрова вот барбаколим. На барбакола.
Баба, я сейчас фотку, не переживай. Сесь, возьми, ну ты сидишь с телефоном, щелкни ладно, вот оттуда. Подними свой попингай. Давай. Вон... Мы тут идем погулять, здесь что-то все новое сделали, поэтому... Какие-то было. Погулять. Тренажеры. А, вот как прыгают, классно, смотрите. Я тоже хочу попрыгать. Там фонтанчики. Но прям эти вон одетые бегают, прыгают тут. Фонтанчики. Тоже для детей здесь все. Это кампинг. Дом кактус называется. Тоже тут не раз снимала. Дети приезжают на таких вот, как они называются, караваны. Или вот такие палатки ставят. Прикольно. Стол у них. А, собака. Ой, собачка, глянь. Моего Чарли. Знаешь, как классно вообще. Бассейн. Ну, вот это не знаю. А вот где вот я говорю, где мы снимали домик, там нормально кровать. Я бы, может, дня на три приехала. Не, я бы сюда приехала. Здесь нет. Дня на три. Я говорю, где вот мы снимали, почему мой взял? Да. Потому что там был кондиционер, там все с удобством. И они каждое утро вставали, шли у всех вот это вот. Это они вдвоем, да. Да. Но вообще, а там не разрешают, там отдельно место. А я такая красивая сегодня. Какие тут туалеты большие. Обычно, видите, все чистенько. Мусорные пакеты вот какие. Так открывается. Все, все видно. Ой, смотрите. Но это все неправда. Нету тут никогда снегов. Там девчонки. Ну, это Таня. Это для инвалидов какой широкий. В общем, все цивильно. А вот для детишек маленьких. Смотрите, какие горшочки у них тут. Ванночка, рукомойничек такой маленький. Прикольно тут все. Девчонок потеряла, но, по-моему, я их уже слышу. Вот они, конечно, слышу. Видите, женщина, как классно. Приехали. У нас тут тортики есть разные. Это медовик Таня пекла. Это какой-то... Это какой-то... А, мороженое, типа мороженого. Да? Так что мы сейчас будем чай пить. С печеньками. Вот есть печеньки. Чай наварил. Смотрите, как у тебя бадью. Сколько мяса. Все осталось. Тут еще есть и есть. Ой, а там еще Марсию, ее, наверное, надо перевернуть. Это кровяные колбаски. Ой, они уже, наверное, тут все сготовились. Все на них про них забыли, наверное. Кровяные колбаски. Ты бросил меня, ты бросил меня. Так. Чтобы все цивильно было. У меня вот такие печенья купила. Там они написано удача. На удача. Это китайские печенья, вроде бы как. Ой, они даже по каждому пакетике. Давайте, берите свою удачу. Бери, Оль. Бери, Тань. Посмотрим, что у тебя это. Мне жор ночью начинается. Я, кстати, видела. На! Дай Светке. Свет, бери. Бери на удачу. Ну, удача какая у тебя? Не, не хочу. Ой, ну, хочу. Удача! Дайте мне. Удачу! Там бумажка. Давайте. Давай я заманула возьму. Ну, откуда я знаю? Конечно. Давайте читайте, что у вас там за удача. Ты без удачи?
У Ольги все есть. У Ольги все есть, у нее без удара. Китайцы обманули. Даже в этом они обманули. Ой, у меня есть еще. Короче, моей дочери Лабуэна насосит эту тему. Я тебе говорила, твое время не пришло. Что сказала? С переводом, пожалуйста. У сессии хорошая еще впереди. У сессии Слушайте, мальчики, я мать знает, что тебе говорит. Короче, у Накти тут пусть... Вы переводите, я не понимаю. Ой, блин, Накти тут позитива. В общем, я понимаю это. Хорошее настроение тебя получит достичь своей цели. Да. У Светки что-то, по-моему, не очень. Что у тебя получилось? Ты умеешь все твои мечты исполнять. Вот чего? Я умею выполнять твои мечты. Ну-ка, ну дай прочитаю. Так, девчонки, тут что-то вот еще есть. Не надо это открывать. Ну что, может быть, кто-то будет. Да никто не будет. Никто не будет. Может, ты достигнешь там, всего, что сверх твоих планов. Ты понимаешь, что тебе нельзя. Ну ладно. Будем у моего написано, видеть глазами любовь, все меняется в другую сторону. Если я правильно перевела. Нет, это другое. Висток он розовый. Видеть с глазами любви меняется. Дуда камбе, да себе все меняется. А, ну понятно, как же перевести это? Влюбленными глазами. Да. Все видится. Все видишь в розовых, как говорится. Да, в розовых тенях. Так, сейчас а меня тут видно сентиментальцы ромасы стабли. Он смотрит на тебя в любви, как говорится, это совсем другими глазами. Твоя жизнь... Сентиментальная жизнь будет стабильной, да. Ты что, мать, забыла по-русски? Ну да. Не, в мозгах-то. Моя сентиментальная жизнь будет стабильной. А сейчас... Все, я пошла. И так вроде не бросает ни в какие меня. Ну а хоть вкусная? Как у тебя без перевода? Кстати, неплохое, хрустящее. Ну да, хрустящее. Дай. Оксан, возьми там еще что-нибудь съешь. Ой, все, у меня же не могу. Там вон еще сколько смотреть. Чего только нету. Пипец. Ну вот. Свет, хочешь? Жасти попа. Мы уже и съели, и куличи вон там у нас. Перевести не могу. Еще пол кулича. Не бери ты его. Глянь, какой красивый. Нет, это вкусный, кстати. Это вкусный. Тань, ну-ка отрежь мне. Чего только нет. Может случиться. Просто попробовать. Меньше. Сможешь тоненький? Сможешь тоненький? Тоненький, правда. Он мы тоненькими не умеем. Большому куску рот радуется. Спасибо. Ты можешь поставить себе цель? Ну, знаешь, у тебя цель, которая у тебя есть, она цель. А я по-другому ела. Нет, да, вот. Нет. А я, наверное, цель. Да и цель, нет. Да. У тебя есть цель, а то домен. Если у вас цель. А тентасьон. Что это такое? Тентасьон. Переведите, блядь, постоянно. Ну давайте, говорите, что там? Господи! Это вообще логики нету. Блядь, это литературное слово, кстати. Короче, не переводится. Мое предложение не переводится на русский. Это где же такое литературное слово? Блядь, это литературное слово. И сучка тоже. А сучка — это жена собаки. А я думала... Знаешь, собака крашеная. Сучка, жена собаки. А я думала, что только жопа литературное слово. Я не буду это вырезать. Не вырезай. Пусть всем будет стыдно, кроме нас. Девочки, переведите с испанского на русского, у кого как получится. Ну чего там? Сейчас будем переводчик включать. Мы даже лото привезли, но, как всегда, в него не поиграли. Времени у нас не было, мы уже собираемся ехать по домам. У нас уже половина уже уехали. Поэтому... Ну давай начнем с тобой, мы с тобой две бутылки воды. Они там пьют и разговаривают, что они пили. Лото, видите, настоящее, с Россией. Ох, блин, тут даже с этими, какие-то эти. В общем, в следующий раз поиграем. Мы домой едем. Смотрите, сколько черепах. Там петух. А курица, смотрите, какая лохматая, красивая. Ой, такое чудо. А еще здесь есть курица с цыплятами. Смотрите, сколько черепах. Петух вон там сидит, поет. Курица такая прикольная. Лохматая. О. А еще где-то с цыплятками есть. Но она где-то, наверное, уже спит. Мы уже дома. Смотрите, я села на клей. Теперь не знаю, как это все убирать. Буду сейчас в интернете лазить. По-моему, это клей-момент. Как это все убрать? Будем изучать.
Не было печали, просто уходило лето. Так, красота какая у меня. Ой, мята вся опала. Еще на ней какие-то как мошки, что ли, непонятные. Я вчера побрызгала специальной фигней. Не знаю. Муж, как всегда, на футбол, футболист. В плане того, что смотрит футбол, но не играет. В общем, полезла я в интернет изучать, как убрать эту, блин, пятно, твою дивизию. Слушайте, ну оттерла ацетоном обычным. Сейчас отправлю в стирку. И все. Смотрите, пятна как и не было. Прикольно. Здорово. Сейчас отправляются в стирку мои штанишки. Так что ацетоном вообще прям тум-тум-тум, и все оттерлось. Такой вот для ногтей был ацетон. Класс. Я себе сейчас чаю сделаю, попью. Вот. Кстати, про стирку я стирать сегодня не буду. Я просто замочу. Потому что там написано было, ну, в инстаграме, в интернете, что нужно сначала ацетоном оттереть, а потом застирать. Мошки какие-то летать. Но застирывать я не буду. Я просто мылом намылила и, в общем, залила в машинке, замочила, скажем так, на завтра. Сегодня же Святая Пасха. Стирать ни в коем случае нельзя. Вообще ничего делать нельзя. Только гулять и отмечать. И, блин, как всегда у меня пакетик с бумажкой свалился. Вот. На завтра у меня тоже кое-что запланировано. Так что, друзья, не разбегаемся. Остаемся все до завтра. Шутка. Завтра мы снова с вами встретимся. Так что будьте со мной. А я пойду красоту смывать. Глаза не могу. Прям то ли весна, то ли что. Прям вот как будто, знаете, песок в глазах. Пойду красоту смывать. Ну и все остальное. По телеку только одна политика кругом. Президенты выбирают все-таки. Не хухры-мухры. А я сейчас чуть включу фильм индийский, который вы мне посоветовали. И буду смотреть. Лев, по-моему, называется. Я так комментарий мельком посмотрела. И только увидела, вот, какой-то фильм советует. И пойду его сейчас посмотрю. Спасибо вам за ваши комментарии, за ваши пожелания. Спасибо всего вам самого наилучшего. Как это сказать-то, удачной вам светлой недели, потому что Пасха это не только один день, это целая неделя. Вот, для отмечания, для празднования. Всего самого наилучшего, всем пока-пока!